2017 год объявлен годом не только экологии. В этом году исполняется 100 лет Великой Октябрьской революции. К этой дате готовится масштабный проект, о котором сегодня нам расскажет наш гость, академик Российской академии наук, член научного совета при Совете Федерации Арнольд Улоханов. Арнольд Кириллович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот такой проект готовится. Расскажите, как он будет проходить, в чем основная цель? Я еще раз как бы напоминаю всем, кто, может быть, не совсем читал распоряжение президента Российской Федерации о том, что вышел такой документ в декабре этого года, который называется «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных столетию революции 17-го года в России». И в этой связи мы должны напомнить, что, ну, это моя точка зрения, в России есть все, кроме патриотизма. А патриотизм у нас почему-то такая полузапретная тема, в которой у нас больше негатива. И своим предложением, своим выступлением и предложением зрителям у меня есть так идея начать цикл встреч, посвященных этапам становления первого социалистического государства в мире и второго по экономике государства. Откуда оно появилось, каким образом оно появилось, что оно делало и почему оно распалось, какие причины. Вот эта некая степень таких логических событий позволяет нам развернуть нашу беседу. Ну, то есть негативные точки зрения будут исключены. Да? Я думаю, что исключать их не надо, но как можно меньше, потому что в нашей жизни так много негатива, что в нашей встрече можно говорить лучше о позитиве и о нашем регионе, об истории. Цикл передач намечается, возможно, зрители сами могут присылать, да, свои, да, какие-то темы для обсуждения, если будет, да, интересно. Я думаю, что вот, чтобы определиться в этой тематике, я хотел бы зрителям задать вопрос. А вот вы задавались вопросом, почему в Бурятии в первой пятилетке, 1932-1934 год, появилась задача строительства авиационного завода. С какого перепугу? Локомотиво-ремонтного завода нет в Бурятии рабочего класса, нет специалистов, нет денег. И тем не менее, вот такая задача стоит. В Улан-Удэ построить авиационный завод. В Новосибирске, в Иркутске, в Арсеньеве, Комсомольске-на-Амуре. Я точно знаю, что оппоненты, или так скажем, сподвижники нашего вождя предлагали развивать экономику на Украине. Там тепло, светло, есть рабочий класс, и не надо затрачивать таких денег. Но наука, в первую очередь, Академия наук, подсказала Сталину о том, что надвигается война, и он чувствовал, что надо создавать тылы в Сибири, на Дальнем Востоке. И таким образом была создана, ну, не только там, есть Норильский завод, есть очень много других комбинатов, которые создали тыловую основу. И вот это есть наука политической географии, которая позволяет говорить о том, что надо делать в тех или иных условиях. Сейчас очень часто встает вопрос фальсификации истории. Мы переиначиваем, переформатируем какие-то факты, да? Я так понимаю, что сегодня вообще образованием населения никто не занимается. Вот в наше время, в 47-м году, было создано общество знаний. Я как комсомолец, как представитель науки, ездил по деревням, селам, весям, за 9 рублей читал лекции. Это было приятно всем, но это была политика направлена. Работали университеты марксизма и ленинизма, работали дома пионеров. Это все работало на население. Я могу просто отдельную лекцию посвятить тому, что у нас были миллионы тиражей журналов «Знание и сила», «Техника молодежи», «Квант». Сегодня этих журналов нет. Сегодня нет журнала «Юность», нет журнала «Пионер». А что читает молодежь? Она читает детективы и, может быть, какие-то другие бандитские приключения. Ну, в 2018 году еще один юбилей будет молодежной организации «100 лет ВЛКСМ». Вот как будем отмечать? Я думаю, что цикл лекций, посвященных столетию или наших встреч столетию революции 17-го года, должен плавно перейти и в следующий цикл «Столетие комсомола». Комсомол – это есть то основание, на котором, ну, строилась, ну, молодежная политика всего государства. Сегодня этой политики нет, а молодежь есть. Поэтому она занимается всем, чем угодно, и в том числе не так давно Дмитрий Медведев в Сочи сказал, сегодня у нас есть экспорт нефти, газа и интеллекта. За нефть и газ мы получаем деньги, а интеллект уплывает за границу. А это результат нашей политики, или, скорее всего, отсутствия политики. Но об этом более подробно мы поговорили в программе «Актуальная тема». Смотрите уже сегодня, а мы продолжаем выпуск.